вы смотрите отзыв об отеле Elokan Terrace. Этот отзыв был оставлен на просторах интернет-путешественником с ником Волчица 07, который был в нем в 2018 году. Отель Elokan Terrace находится в Лас-Пальмас, столице Гран-Канария, рядом с пляжем и променадом в самой узкой части города, 75 евро, сутки с завтраками. Пешком от автовокзала Санта-Каталина 15 минут. Найти отель легко: выйти из автобуса, подняться по эскалатору и повернуть направо, далее по прямой. И сюда ходит много автобусов, легко вернуться из любой точки города и острова. До автовокзала Сан-Тельма идут автобусы НН-1 и 12. Но до исторического центра отсюда далековато. Вид на здание отеля со стороны набережной. Вначале дали номер на 2 этажа. Попросила повыше, обещали переселить следующим утром. Номер понравился. Постельное белье качественное, полотенца слегка застираны, но они были такими же и в отеле на Майорке, более высокой ценовой категории. Фен большой, телевизор, хотя зачем он на отдыхе? Мини-бар пустой. Сейф. Wi-Fi хороший. Кондиционер. Пляжа с балкона не видно. Зеркало в полный рост. 2 умывальника. Душевая отделена стеклянной дверью, очень просторная. Кровать полноценная двухспальная, матрас отличный. Есть подсветка для чтения. На балконе столик, стулья и раздвижная сушилка. Приятно было посидеть вечером с вином и дыней. Под окнами шумно до ночи от сидящих за столиками кафе, ресторанов прямо на улице. Соседей в отеле не слышно, но очень громко хлопают двери номеров. С полуночи до 7:30 утра слышен только шум океана. На улице жизнь закипает уже в 7:30, и невозможно спать даже при закрытом балконе. В этом же здании расположен Хипер Дина. Вокруг полно маленьких магазинчиков с продуктами и кафе, ресторанов. Рядом с отелем остановка туристического автобуса, остановка Н-10. Вдоль пляжа и набережной ветер влажный и холодный. На что я люблю ветер, но этот мне не понравился. Как и обещали, на следующее утро переселили в номер на 4 этажа с видом на пляж Кантерас. Здесь уже были 2 отдельные сдвинутые кровати, но один умывальник. Благодаря переезду в другой номер мне 2 вечера подряд удалось наблюдать с балкона канарское пати, как сказали на ресепшн. Завтрак с 7:30 до 10:30. Если нужно раньше, то сообщите на ресепшн накануне вечером. На перпендикулярной улочке рядом с отелем Мух Империал в ресторанчике взяла на ужин рыбу Любина. Жареную и пол-литра сангрии равно 19 евро. Есть дорада. Готовят на гриле и жарят. Для наглядности рыба выложена в стеклянном холодильнике. Отель брала из-за близости пляжа, думала, что буду купаться до или после экскурсионки, но не судьба. Если бы знать, что будет такая погода, лучше бы взяла отель Сан-Тельма. В описании к этому видео есть ссылка и на другие отзывы про этот отель. В нашем туристическом агентстве вы можете без лишней переплаты заказать тур в этот и другие отели. Пожалуйста, обращайтесь, всегда рады вам помочь.